«Отдайте тело моего мужа. Мы хотим, чтобы его отпели, а потом похоронили по-человечески, в земле, как это принято в православии. Отдайте Алексея без каких-либо условий. Вы пытали его живого, а теперь продолжаете пытать его мертвого. Вы издеваетесь над останками умершего. Невозможно уже придумать больше бесовщины. Вы нарушаете всякий закон, и человеческий, и Божий».